На базе центра «Сосновый Бор» торжественно закрыли смену под названием «Я гражданин мира». Сезон прошли более 300 ребят, в их числе делегации из Великобритании, Кореи, Бурятии и Арабских Эмиратов. Сюжет Льва Нетесова. Традиционно смена длилась 21 день. Ребят разделили по 16 академиям. Так в этом лагере называют отряды. В составе каждой академии было около 20 детей с разных стран мира. Вместе с ними приехали и преподаватели, которые на протяжении всей смены обучали ребят языку своего народа. Здесь дети изучают иностранные языки. Английский, французский, немецкий, японский, китайский, корейский языки. Конечно, детям очень нравится. До обеда они изучают языки. Потом после обеда у них по интересам очень много различных тематических занятий. Но кроме учения языков и дополнительных занятий, юным воспитанникам лагеря нужно и развлекаться. На протяжении всей смены для детей проводили конкурсы и соревнования. Также для детей провели экскурсию на Ленские столбы, в Царство вечной мерзлоты и Булуз. Эти поездки произвели на ребят хорошее впечатление. Мне очень понравилось. Необычно, что на улице жарко, а внутри очень холодно. Нас возили каждый день. Было очень интересно. Среди делегаций хотелось бы отметить воспитанников бурятского лицея-интерната, которые выделялись из большинства своими красивыми нарядами. На закрытии они показали бурятский танец йохр, которому обучились и другие ребята. Это хоровод, обычный хоровод, который показывает солнце, то есть все народности мира едины. Кроме увлекательных номеров, на закрытие смены подвели итоги. Победила 4-я академия, которая набрала больше всех баллов в различных конкурсах. Но главное для детей это не победить, а научиться разным языкам, обрести друзей разных национальностей и встретить их следующим летом. Лев Нетесов, Джур Березкин, ВК Саха, Якутск.